Этот город призраков захватила преступность, управляемая организацией, которая использует боль и страх для контроля. Я выступил против них. Это стоило мне жизни. Готово. Дрей Лазар мертв. Окей. Это невозможно. Новая сила. Кто ты? Вопрос к тебе, как ты еще жив? Новая личность. Я думал, знаю, что такое безумие. Он больше не человек. Больше нет. Новая миссия. Как мне найти человека, который сделал это со мной? Я не знаю. Я уничтожу его. Восставшие из тьмы, вы думаете, что надев костюм и маску, вы станете героем? Защищать свет. Чтобы это произошло, вам нужно сначала умереть. Это только начало.